В минувшую пятницу в Майском сельском поселении прошла встреча директора некоммерческой организации фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по Республике Адыгея Руслана Пшигонова, заместителя главы района по вопросам ЖКХ и строительства Сафарбия Кемичева с жителями многоквартирных домов по улице Заводская. На встрече был поднят один важный вопрос – собираемость взносов жильцами на капитальный ремонт многоквартирных домов. В связи с чем возникла необходимость проведения данной встречи и о рассмотренном вопросе более подробно нам рассказал заместитель главы района по вопросам ЖКХ Сафарбий Кемичев. Такие встречи будут организованы еще много раз в Кашкабском районе. Это в Майском сельском поселении еще две встречи организуем. В Кашкабле это на трех участках это три встречи будет. Это сторона территории школы, улица Лабинская и центр. Эти встречи назначены по тем причинам, что оплаты на капитальный ремонт, взносы, которые население делает, не в полном объеме делают. В процентном отношении низкое, Кашкабовское район низкое. Вопрос стоит так, довести сведения, что это необходимость есть оплаты по капитальному ремонту, если не будут оплачивать, досудебное решение уже многим жильцам на квартирных домах разосланы уже, чтобы этих судебных решений не было. Через суд будут взимать эти деньги, чтобы этого не было, надо разъяснять людям. Необходимость взноса. И что это капитальные ремонты будут производить, если в полном объеме мы собираемость в Кашкабском районе делаем, будут производить в нескольких многоквартирных домах. В районе всего 53 многоквартирных домов, из них под капитальный ремонт попадает 51 дом. В 2015 году был отремонтирован один многоквартирный дом в Дмитриевском сельском поселении. На 2016 год по причине низкой собираемости взносов смогли включить только один дом. Всего собираемость составляет 35%. Смогли только отремонтировать в первом доме кровлю. Мягкую кровлю заменили на шатровую. Тот же вариант со вторым домом на сегодняшнюю собираемость. 34% по Кашкабовскому району. Мало. Общая сумма на 16-й год составляет, вот распоряжение уже министерство уже подписало, на Кашкабовский район 900 тысяч рублей. Это очень мало. На капитальный ремонт входит очень много объемов. Это внутри разводочной канализации, вода, теплотрассы. Мы на сегодняшний день только можем делать одну кровлю. Перечень работ, которые необходимо сделать, мы не можем делать по причине того, что несобираемость очень низкая.